Thank you.
Умершие души, послушайте Его, исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистый, и исцеляхуся, и весь народ уставший, прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцеляшися, и той возьмет очи свои, на ученики своя, глаголаше, блаженни нищие духов, яко ваше Царствие Божие, блаженни алчущие ныне, яко насытитеся, блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся. Да иди с нами славя пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Yeah.
преподобных и богоносных отец наших, во святей горе Афонской просиявшихся, святителей Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешмахского, святых мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана, святого мученика Конгордия, святого священномученика Астия, епископа Дирахийского, преподобного Зусима, епископа Вавилона, Египетского, святого священномученика Георгия Пресвитера, святого священномученика Ионикия, митрополита Черногорско-Приморского, святого священномученика Петра Пресвитера, святого священномученика Петра, архиепископа Воронежского, их же и память ныне совершаем. Святых и праведных, Бога, Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека любит. Божественной литургии мы совершали вместе с учащимися нашей воскресной школы Покровского кафедрального собора. Вот уже 2 года существует. Три года. Что больше? 3 года существует именно хор при воскресной школе Покровского кафедрального собора. Я очень рад, что это начинание у нас стало развиваться. И один мальчишка остается. Никита, где остальные мальчики? Вадим, Александр, приходите сюда. Прохор, я очень рад, что это начинание у нас стало развиваться. И для меня сегодня было очень радостно с вами вместе совершить божественную литургию, помолиться.
вы тоже составляете коллегу церковную. От вас, дорогие мои, и учащиеся, кто преподает, и вы, которые учитесь, зависит то, как люди слушают молитву, как они присутствуют. Если вы поете желание от души и с верой, то обязательно прихожане, которые стоят в храме, они это чувствуют. Поэтому ваше служение очень-очень серьезно. И ваше служение, как и в алтаре, дорогие мои ученики, и ваше пение, дорогие мои ученицы. Поэтому желаю вам, чтобы вы не останавливались на достигнутом. В сегодняшнем Евангелии дневном говорится, но не читалось, но говорится так, что просите и дастся. Вот мы с вами должны быть постоянным учеником. В молитве и в просьбе. Молитва есть просьба к Богу. В молитве нашей вере, нашему Господу Иисусу Христу. И у нас, дорогие мои, все с вами обязательно получится. Вот увидите, будет здорово так, как вы сами не ожидаете. Я вас поздравляю всех с окончанием учебного года. Не с окончанием, конечно, вашего обучения, вы пока еще мало чего знаете. Вам надо еще дальше учиться. Но я вам желаю, чтобы именно вы дальше продолжали свое обучение. И вот же так же вот торжественно, радостно, как вы пели сегодня, мы бы всегда пели божественно. Лапки серые царапки. Дай-ка я тебя спасу, к маме кошки отнесу. Какая хорошая курочка, она и трантрюша, и шурочка, яичко снесла, полтора скотинки легко принесла. Говорит щенок, тяф-тяф, у него веселый нрав, только с виду он сердит, но ко мне лишь подбежит, сразу хвостиком мелет, щеку ласково лизнет, ведь сердитым плохо быть, надо все всегда ли. И хлебца, на, покушай, да помолись погибающую душу. Прошу Христа хоть часто и сама, но на тебе дорожная сума. Ты к Богу ближе, он тебе внимает, своих к себе в объятия принимает.
соседка, что ты, принимаешь нищих? А может, власть его уже недели ищет? А может, он убил или украл, а после в твоей двери постучал? А может, он больной или заразный? Да и вообще, противный он и грязный. Все ходят, просят, нет на них управы. Спаси от супостатов, Боже правый! Ну что ты все бронишься, а, соседка? Совсем улыбаешься ты редко. А видишь, зайка, зайка, к нам, наверное, скачет. Ой, что случилось? Кажется, он плачет. Я, бабушка, ушиб сегодня лапку. Хоть кто бы пожалел меня, погладил и приласкал бы, совсем как дед и мама. Мы с тобой да одним, близким самым. Зайчишка, зайушка, сказать тебе хочу, лапку я промою, полечу. Морковку тебе сладко угощу. С тобой, родной, я нынче погрущу. Наверное, бегал, прыгал ты в ночи, тебе и пожалуй, ты корми его, лечи. Не хочешь ли на ручке? Понесу, да прутик подлиннее припасу. Да проучу жене слуха тебя, не думай, что жалея и любя. Я с детства ненавижу все зверье, вот мнение последнее мое. Ну что ты, право, злиться здесь на что? Смотри-ка, лучик, кто к нам в гости-то пришел. Мир дому этому, есть в доме кто живой, мир дому. А жильцам в скорбях покой. Ну что ты на пороге встал столбом? Уж коль пришел, так заходи в мой дом. Для погорельцев ты хоть что-то мне подай, хоть старенькая бог наш примет в дар. Да проходи ты мимо, суета, одна морока с вами маята. Чего б тебе, искать тебе, чего б тебе подать? Какое старенькое? Нечего мне дать. Так, может, новое подашь? Да, сестра, приступали, так самая пора. Ведь сказано, проваливай скорей, не стой и не проси ты у дверей. Чем не пополнишь мою ношу? Да на тебе вот старую галошу. Спаси тебя, Христос, на том, сестра. Пойду теперь другой скорее дом.